службу спасения поступило сообщение о том, что в районе турбазы Блёс под лед провалился ребенок. На место выдвинулась оперативная группа на судне на воздушной подушке. Ориентационная бригада областной службы спасения прибыла в Затон вместе с врачом-реаниматологом. Ребенка с родителями доставлен на базу судном на воздушной подушке, принадлежавшим, я так понимаю, турбазе. Вот. Проведены полноценные реанимационные мероприятия. Вот. Врачами облспаса, врачами скорой помощи, спасателями. Результат не принесло. Мальчик скончался. 2013 года рождения.